благодарю вас. Наверное, это тяжело нести на себе такое бремя. Испытывать бесконечную боль и терпеть ужаснейшие кошмары за весь тот хаос, который вы пережили. А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как и вы. Лучше скажите, а вы приняли условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать остатки вымпела. Слушай, жнец, далеко не все из наших товарищей погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Понимаете? Я ведь ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите на меня и на другие порождения острова, как на врагов. Но мы все всего лишь друг друга боимся. Поэтому нам так плохо. Поэтому нам так одиноко. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы даже не пытаемся этим шансом воспользоваться. Кто вы такие? Назовите себя! Мы здесь, чтобы передать вам прощальное послание, товарищ Волков. Химическое оружие уже уехало в могилу. Теперь все, что вы делаете, просто тщетно. Ах, вы поганые предатели!